едем через всякие Беверли. Через все. Еще не едем, но уже подъезжаем. Нет, через все Беверли, через только разные Беверли. Нас тут уже скачет. Смотрите, нас уже укачет. Некоторые сейчас быстро... прямо мне в камеру укачаются. Камеру надо медленнее. Как красиво. Тогда будет что-то видно. Если здесь ничего не найдем, значит на обратном пути поедем опять, только по другой дороге, и тогда точно зайдем. И водички. Вот, возьми, дайте. Возьми. Давай, потом возьму, потом я возьму, если я хочу что-то. О, только подумай. Едем по Беверли-Хиллз, по Пихтовой, лиственнице. Ну вот что там делать в этом доме? Вот что от него? Как нам жить? Вова, едем. Смотри, сколько комнат. По этой улице. По какой это? Где я сказал, Володя, улица. Так это ж Беверли Хиллз. Хиллз это район. Это район, это не улица. Ну, это уже тут. Да, да. Мы по Беверли едем. Он просто, это, как бы старый. Вернее, не старый, а бедный, грубо это говоря. Бедный, да. Ну да, это бедный. Это старый. Ничего себе, бедный. Старый, бедный район. Есть более такие, вот, где там дома. Вот теперь это Беверли Драйв. Это уже побогаче район. Тоже Беверли. Наташа, где мы едем? Вот там мы едем. Где все едут, там мы едем. Чаща снимает, Наташа смотрит. Наташа, зайди вовнутрь. Как тебе масса?
парк Юрского периода пойти. Ой, 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 ой.